Значит, мы с вами все работали неделю, да, у нас вторую, да, уже переборочки работали, да, от прямых, от ног и от бокового. Сейчас мы переходим к ножу, то есть, да, то же самое, то есть удар ножом, мы это делали, делали не раз, и все равно мы будем. То есть наша с вами задача, переборочка наша. Зачем следим? Все время говорю, зачем следим? Кто сейчас только будет осваивать, да, вы не торопитесь, спешите. Ваша задача, первая, сработать. О, вот нашли. В чем мы здесь выигрываем? Вот в чем. Вот в чем. Он не успеет ничего сделать с ножом. Вот в чем. Если вы здесь опоздаете, если вы здесь, да, то все. Замешкайтесь, то есть у нас вот работа идет та-та-та-та, она не останавливается, она наоборот разгоняется. Вот это движение разгоняет туда, а ухожу я в сторону или назад, или все зависит от того, где я буду находиться. Вот, и втягиваю живот. Видите? И когда он получил, ему не до ножа. Но если вас это беспокоит, сейчас мы просто отрабатываем вот это движение. Кто по морде получал внезапно, тот понимает, что не до ножа, который ты про него даже не вспомнишь. Если будешь в сознании, ты про него не вспомнишь, нужно быть очень больно. Но скорее всего в сознании не будешь, потому что, еще раз показываю. Бам-бам! И это по времени. Сколько у нас длится? 25 сотов. Ну или где-то 25. От 0,2 до 0,3 десятых секунд. Поэтому у нас времени не будет. Это то, что и в ножевом бою мы с вами делаем, когда на ножах. То же самое, в общем. Точно такие же действия. Но все мы знаем, ножевой бой развивает у нас что? Скорость. Скорость, реакцию. Временные промежутки, они уже другие. То есть и мы в них как бы укладываемся, все хорошо. Здесь действуем точно так же. Как будто у нас руки как ножи. И все. Ну, пролетело. Ясно? Раскладываю еще раз. Раскладываю для вас. Медленно. То есть руки идут, вот они ножи, я сейчас сказал. Да? Рука, смотрите, рука имеет кость, на нем, на руке, на кости мясо, да? Что мы делаем? Вот когда я срезаю это мясо, то сюда, то вот этот выступ руки, кулака, вот этот выступ, когда я начинаю срезать, смотри, что происходит. А я его срезаю прямо по прямой. Видите, что получилось? По прямой. Раз. Смещается. Ну, смещается. А это, так как он движется дальше, этой рукой я подхватываю, чтобы он не сделал вот это движение. Вторая рука подхватывает его. И чуть-чуть продлевает, пусть даже на 3-5 сантиметров продлевает. И этого мне достаточно для того, чтобы уже ударить. Медленно. Оп. Видите? Вот он. Там. Даже если он попытается вернуть, в этот момент я уже ударил. Видите? Значит, смотрите, втягивание живота. Это не наклон головой. Не надо путать. А то большинство наклоняет голову, вместо того, чтобы убирать живот. И точно так же при отклоне. Вместо того, чтобы, например, отдернуть голову, люди... Или вместо того, при ударе колено, вместо того, чтобы поддать таз, люди спиной падают назад, поднимая колено. Вот здесь то же самое. Не наклонять голову, а убирая. Видите, живот убираем. Убираем живот. Вот. Все, подвигались, поиграли. Подвигались. Да. Хоп, подвигались. Так. Да. Вот. Вот так.
Вот. Левый, правый. Вот.